Здравствуйте, меня зовут Татьяна Владимировна Кубарева, я учитель физкультуры школы 1998 в Лукоморье, и мы с вами продолжаем заниматься дома. Сегодняшняя тренировка будет посвящена укреплению мышц спины и мышц живота. Прежде чем мы приступим к основной части тренировки, мы проведем с вами легкую разминку. Руки на пояс, наклоны головы вправо-влево, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повороты головы вправо-влево. 3, 4, 5, 6, 7. Наклоны головы вперед-вверх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки к плечам. Круговые вращения вперед, назад. Рука кверху, к низу. Рывки. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Круговые вращения прямыми руками вперед, назад. Рука над головой, тянемся за прямой рукой в сторону, наклон делаем вправо-влево, наклоны вперед, достаем до пола и на 4 подъема, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Круговые вращения туловища. Руки на колени, круговые вращения в коленном суставе, в одну сторону, в другую сторону, голеностоп, круговые вращения голеностопа и небольшие прыжки на одной ноге, на другой ноге. С высоким подниманием бедра, пик на месте, вверх захлестом и перешли на марш. Вдох, выдох. Это была легкая разминка, а теперь приступаем к основным упражнениям. Мы с вами приняли первое исходное положение для выполнения упражнения. И первое упражнение будет выглядеть вот так вот. Мы сгибаем одну ногу, сгибаем вторую, выпрямляем. Выпрямляем вторую, сгибаем, сгибаем, выпрямляем, выпрямляем. И так постепенно, поочередно на 8 счетов делаем 8 повторений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Далее делаем то же самое упражнение, но сразу двумя ногами. 2 согнули, 2 выпрямили, 2 согнули, 2 выпрямили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь поднимаем две ноги вверх и поочередно опускаем правую ногу, левую ногу до легкого касания пола. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили, отдыхаем. Следующее упражнение вы все прекрасно знаете, оно называется велосипед. Мы с вами выполняем движение таким образом, как будто бы крутим педали велосипеда. При этом следим за дыханием и следим за тем, чтобы ноги выпрямлялись и делали как можно шире круг. Сделали это упражнение. Следующее упражнение – ножницы. Точно так же поднимаем две ноги, разводим в стороны и скрещиваем в районе бедра. Повторяем это упражнение 15-20 раз. Итак, переходим к следующим упражнениям. Следующее упражнение на косые мышцы живота. Мы с вами ложимся в исходное положение. Руки ставим за голову и поочередно, сгибая колено, тянемся локтем противоположному колену. Повторяем
16-20 раз. Следующее упражнение – скручивание. Приподнимаем лопатки от пола. Упражнение делается на выдох. Также 15-20 раз. Итак, первое упражнение для мышц спины – это всем известная планка. Мы встаем с вами в упор лежа и стоим таким образом в течение 40 секунд, минуты, то сколько выдерживает. На данном видео мы с вами постоим немного, а вам я рекомендую засекать время на секундомере или на часах и следить за тем, чтобы это упражнение каждый день выполнялось как можно дольше. Следующий вариант этого упражнения – планка на предплечье. То есть делаем мы все то же самое, но стоим в положении упор лежа на предплечьях. Следим за тем, чтобы спина была прямая, дыхание ровное. Чем ровнее ваше дыхание, тем спокойнее и легче вам выполнять это упражнение. Дальше мы с вами встаем на коленочки и делаем небольшую растяжку для спины. Вытягиваемся двумя руками вперед. И прогибаемся назад. Опять садимся на пяточки. Две руки впереди. И снова прогибаемся поясницы назад. Также есть упражнение боковая планка, которая может выполняться как на предплечье, так и на прямой руке. Для того, чтобы выполнить боковую планку, мы встаем, ставим ноги на расстоянии шага и приподнимаем туловище от пола на прямой руке. На одну руку сделали это упражнение, сделали упражнение на другую руку. Если не получается пока делать на прямой руке, пробуйте делать на предплечье. Выполняется точно так же. Следим за тем, чтобы у нас была ровная спина и свободное дыхание. На этом мы с вами сегодняшнюю тренировочку закончим. После тренировки можно сделать вдох, выдох, еще раз вдох, выдох, растянуть те мышцы, потянуться, где вам хочется, в какую сторону вам не хватило растяжки сделать. Растянули мышцы в разные стороны, подвигались. И на этом закончим. До свидания.